Дорогие выпускники, уважаемые коллеги, друзья, сегодня большое событие, вручение дипломов о профессиональном образовании наших коллежан. Я вас сердечно в этом зале приветствую от лица руководства Демидовского университета. На нескольких моментах остановлюсь. Первое, то, что обращает на себя внимание, конечно, что в тренде специальное профессиональное образование, об этом много говорит руководство страны. Вчера был на съезде Российского союза ректоров, и много, кстати, речь шла как раз об СПО, о совершенствовании системы СПО. Об этом говорил президент в 23-м году в послании к Федеральному собранию. И уже дошла речь до того, вы, наверное, слышали, даже началась шумиха, что министр просвещения сказал, а среднее профессиональное, оно высшему не уступает. В принципе, по востребованности, наверное, не уступает. Поэтому я поздравляю с тем, что вы получаете диплом, да, который востребован сегодня на рынке. И это подтверждают первые, да, должностные лица государства. Второй момент. Вы не просто получаете диплом, да, о профессиональном образовании, обезличенный. Вы получаете диплом об окончании колледжа Демидовского университета. Здесь ведущий правильно сказал, наш дорогой, что все наши выпускники – это часть большой демидовской семьи навсегда. Мы, конечно, будем рады вас видеть и на программах высшего образования, и в аспирантуре в будущем. Но так или иначе, независимо от вашей будущей траектории, вы часть нашей большой семьи. И получаете диплом, да, заведения, которое является одним из старейших высших учебных заведений Российской Федерации, Демидовский университет. Поэтому марку держите, с честью, да, высоко несите знамя Демидовского университета, своими добрыми свершениями нашу славу приумножайте. И третий момент. Опять-таки, это в речи ведущих справедливо прозвучало, что много испытаний позади. Действительно, много испытаний позади. Вообще, наверное, впереди много испытаний. Сейчас время непрерывного образования. Но так или иначе, серьезный, значимый отрезок. И хочется, чтобы наградой для вас, кто успешный отрезок преодолел, а здесь все успешные, ибо вы в этом зале, да, выпускники, дошли до финала, да, чтобы наградой были ваши успехи в профессиональной деятельности. Поэтому их я вам желаю, и в целом желаю благополучия, здоровья вам, вашим близким, большого вам счастья. Спасибо.